spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Наверное, не будет обманом, если сказать, что многие спиннингисты, любящие ловить на мелководье, либо слышали, либо уже имеют в своем арсенале воблеры из серии Dog X от японской компании Megabass. И сегодня у нас в обзоре представлена одна из моделей этой линейки под названием Speed Slide. Давайте поближе ее рассмотрим. Dog X Speed Slide является классическим вокером. Он имеет симметричное овальное сечение, удлиненное тело. Оно одинаково по всей длине, и только ближе к концу идет сужение. Основное отличие находится в головной части. Здесь мы видим жаберные водозаборники, обеспечивающие стабильную игру приманки. Этому способствует и крепежное кольцо, расположенное чуть выше продольной оси топ-вотер. Отметим, что более комфортными условиями для ловли на этот воблер будут штиль и минимальное волнение водной поверхности. Длина равна 87 мм, а фактический вес составляет 10,5 граммов. Степень плавучести, как и у большинства приманок такого рода, положительная. Причем в спокойном состоянии вокер лежит почти горизонтально, с незначительным креном на хвост. Такое расположение относительно водной глади позволяет ему проходить на самых мелководных участках водоема. Подобрать приманку необходимой расцветки достаточно просто, ведь палитра серии насчитывает более чем 20 вариантов. Можно взять темный для более контрастного выделения на фоне неба. Можно с яркой спинкой, чтобы лучше контролировать приманку на большом расстоянии. Имеются как натуральные раскраски, так и фантазийные, яркие, вызывающие агрессию хищника. Как и многие приманки от Megabass, Speed Slide оснащается оригинальными торниками. Их отличительной чертой является внешнее расположение бородок и угловатый поддев крючка. Все это сделано для обеспечения качественной подсечки и снижения риска схода трофея при вываживании. Внутри пластикового корпуса можно рассмотреть два достаточно крупных металлических шарика. Первый расположен ближе к хвостовой части и жестко зафиксирован в своем посадочном месте. Огружая воблер, он способствует более дальнему и точному забросу приманки. Еще один шар входит в патентованную систему балансировки под названием CSO Balancing System. Этот элемент имеет небольшой ход к поперечной камере. Его основная задача – менять центр тяжести при проводке и обеспечивать звуковой эффект. Вести Dog X Speed Slide надо короткими ритмичными рывками. Такая анимация называется Walk the Dog, или, как у нас чаще говорят, рисовать елочку. Можно изредка делать непродолжительные паузы, при которых также возможны атаки хищника. Основными трофеями этой модели станут не только окунь-щука, но и крупный жерех. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.